День червяка – экологичное свято у Кличаўскім районе. Дня с такой оригинальной назвой больше нема нигде у Беларуси. Зрабили его прихильники органичного землеробства с вёскі Константоў. День червяка найперш проводится для школьников, как раз молодое поколение затекавить людей выращивать и есть экологично чистую продукцию. Черви разрыхляют землю, полезные для нашей земли. Он перерабатывает всякие там отходы и делает почву богатой. Нават дзеці ў Кличаўскім раёне ведаюць, у чым карысць дажджавых чарвякоў. Экалагічная культура і адказнае стаўленне перад прыродай і будучымі пакаленнямі – такія галоўныя мэты Дня чарвяка. Такая праздничная атмасфера, і многа людзей весела так, ну, как-то. А самі чарвякі? Ну да, это полезные животные. Главный герой праздника здесь – это его зимник. Тут у буртах на отходах вытворчасці фермераў і восеньскім лісці чарвякі вырабляюць біягумус. І сюды удзельнікі свята ходзяць набіраць чарвякоў, каб скарыстацца імі для вырошчвання чыстай прадукцыі. Не будзем драматызіраваць, но, адкровенна говоря, наелись мы этого фастфуда, ароматизаторов, подсластителей. Вот, и земля-то Кличаўская очень богата сама по себе. Константоў – невеликая вёсочка поблизу Кличава, где больше летишчаў, чем сталых жыхароў. Однако Константоў атрымаў, падаецца, новое жыццё, калі будынок старой крамы отдали новой фермерской господарце. Проект падтрыманы программы ААН скіраваны на органичное земляробство. У холодный сезон тут растили зеленую цибулю, теперь штодня здымаюць палову сотни килограмм гуркоў. Причым, конечно, экологично чистых, никаких химикатов, сапраўдная органик фуд. Вкусно? Так как основа нашего земледелия лежит в биогумусе, а его производство производят червяки, калифорнийский червь, вот, поэтому было придумано сделать День червяка, и уже это второй год. На свете организовали целый стос гульнявых пляцовок. Юшка, так само органик фуд, шашки, малявание, стрельба из лука и, конечно, веселые туристичные конкурсы. И навод тхор, який хатняя живелина. Название, конечно, довольно эксцентричное, но те люди, которые посещают это мероприятие, они понимают, почему оно так называется. Мы популяризируем свой район как экологически чистый. И одним из элементов стратегии устойчивого развития является органическое земледелие, производство чистой продукции. Идея развития органичного земляробства протягнется у новом проекте Кличаўскага жилкоммунгаза. 2 сотни вермиконтейнеров, где червяки будут перепрацовывать отходы во угноение, усталюют у приватном секторе райцентра. Большая часть населения – это частный сектор, который имеет свои приусадебные участки и используют их для выращивания как цветов, так и каких-то плодовых культур, ягод и так далее. Илона Иванова, Юра Власцов, новини региона.